В аэропортах ужесточены правила провоза ручной клади. Пассажирам рекомендуют сдавать в багаж все жидкости – косметику, аэрозоли, духи. Как поясняет Росавиация, сохраняется угроза совершения терактов с применением самодельных взрывных устройств, в связи с чем усиливается режим безопасности. Соответствующая директива уже направлена во все организации гражданской авиации страны. На аэровокзалах вводятся усиленные меры досмотра всех, кто решил воспользоваться воздушным транспортом. Жидкости и средства гигиены сдаются в багаж и также проверяются. Между тем, лекарства, необходимые пассажиру в полете, жизненно важные предметы, средства личной гигиены и детское питание можно оставить в ручной клади, но только после их проверки службы безопасности. Всех пассажиров сейчас просят приезжать в аэропорт пораньше и с пониманием отнестись к введенным Росавиацией мерам предосторожности. Они временные. Ведомство не уточняет их начало. Начальные и конечные сроки, сообщает российская газета.